Yeah.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Харе Кришна. Итак, мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Так, кто у нас сегодня читает санскрит? Сухани. Это у нас глава 38 уже? Да, с 1 по 7. 1 по 7. Суммарий тоже читаем, да? Обычно, да, мы читаем. Хорошо. Итак, я прочитаю суммари, потом прочитайте санскрит. Это 10-я песня Шримад Бхагаватам, 38-я глава. Прибытие Акрура во Вриндаван. В этой главе повествуется о путешествии Акруры из Матхуры во Вриндаван. О том, как по пути он размышлял о Кришне и Балараме, а также о том, какой почетный прием оказали Акруре два божественных брата. На следующий день после разговора с Камсой, рано поутру, Акрура сел на колесницу и отправился в Гокулу, чтобы выполнить волю Камсы привести Кришну Баларама Матхуру. По дороге он размышлял так. Великая удача выпала на мою долю. Очень скоро я увижу лотосные стопы Шри Кришны, которым поклоняются Брахма, Рудра и другие полубоги. Хотя Камса и враг Верховного Господа и его преданных, все же именно по его милости я обрету этот великий дар – встречу с Господом. Лишь только я увижу лотосные стопы Господа, как все последствия моих грехов будут сведены на нет. Я сойду с колесницы и припаду к лотосным стопам Кришны Баларамы. Хотя я посланец Камсы, всеведущий Шри Кришна, конечно же, не будет в обиде на меня. Размышляя так, Акрура на закате солнца прибыл во Вриндаван. Садясь с колесницы посреди пастбища, он
принялся в экстазе кататься по земле. Затем Акрура направился во Врадж. Увидев Кришну и Балараму, он припал к их лотосным стопам, но когда поднялся оба Господа, обняли его. После этого они перевели Акруру к себе домой, расспрашивая по пути о том, не утомился ли он от путешествия. Придя домой, они оказали ему всяческие почести, омыли водой его стопы, предложили архию, садили удобно и так далее. Они сняли его усталость после дороги, расстелив его стопы, а затем предложили отведать изысканный блюд. Махараджа Нанда также приветствовал Акруру добрыми словами. Вот такой суммарий этой главы. Пожалуйста, читаем санскрит. Текст первый. Шри Шука Увача, Акрура Пича Тамра Трим, Мадху Пурья Махаматих, Ушитва Радха Мастхая, Праяю Нанда Гокулам. Пословный перевод. Шри Шука Увача. Шукадева Госвами сказал. Акрурах. Акрура. Апича. И там, эту, Ратрим, ночь, Мадхупурьям, в городе Мадхури, Махаматих, благородный, Ушитва, проведя, Радхам, на свою колесницу, Астхая, зайдя, Праяяу, он отправился, Нанда Гокулам, в деревню пастухов Махараджи Нанды. Перевод текста. Шукадева Госвами сказал, проведя ночь в Мадхуре, благородный Акрура утром сошел на колесницу и отправился в пастушескую деревню Махараджи Нанды. Так начался день Акруры. Необычный день, потому что это будет день его встречи с Верховной Личностью Бога лицом к лицу. Можно только представить, какую ночь провел Акрура в Мадхуре. Наверное, это было волнительное время. Если бы нам такое сказали, завтра поезжай, там увидишь Кришну, говоря. И, конечно, Акруру связывало родство некоторых. Был дядя тоже, двоюродный, может. Но так или иначе, это его была мечта в сердце – увидеть. Конечно, мы пытаемся видеть ушами, мы слушаем Кришну. Но что пока видеть не можем. Но каждый преданный в итоге он очень желает. Это желание усиливается со временем практики. Становится непреодолимым увидеть. Есть такие песни долгие. Вриндаване, Джаяпури, мы это слышали в других местах. Когда преданные поют о Господь Говинды, Матары или Гопалы, когда же я тебя увижу. Так они повторяют, когда же я тебя смогу увидеть поочередно. Так. У меня же есть глаза. Глаза, естественно, хотят видеть Кришну. Ну, ачарьи, они говорят, сначала нужно уши услышать. С этого начинается понимание духовной формы, духовных образов. То есть именно на слух мы можем обрести образ Кришны. И он находится не в уме, не в воображении, не в наших фантазиях, конечно же, умственных, а в сердце. И если этот звук не проник трансцендентное сердце, то видеть пока не можем. Пока нет. Но очевидно, что жители Мадхуры слышали о Кришне. И Камса тоже слышал о Кришне.
Для Камса это было подобно, как для змеи, которая поет молоком, у него увеличилась гнев, злость. Всей своей душой хотел уничтожить Кришну с самого начала. Для жителей Матхуры это был нектар для ушей. Они сознавали, что Верховная Личность Бога живет неподалеку, находится во Вриндаване. Игры, которые он там совершал, убивал демонов, все остальное, они доходили туда, слухи, как счастливы жители Вриндавана. Камса очень страшно завидовал и беспокоился на этот счет. Очень сильно беспокоился. И мы знаем, что Кришна входит в Матхуру, и жители уже узнают его, потому что слышали по этой причине. Они так и будут говорить: смотрите, это тот самый Верховный Господь, который описывается в Писаниях Ведов. Они все выйдут на крыши домов, они выйдут на улицы, вся Матхура. Камса будет очень болезненно переживать это событие, как Кришна войдет в Матхуру. Но Матхура была готова, чтобы увидеть Кришну. Некоторые также служили Камсе, они не хотели видеть Кришну, Верховную Личность Бога, как красивщик ткани, допустим. Такие тоже моменты описываются. Но в остальном Кришна был очень привлекателен для жителей Матхуры, именно потому, что они постоянно слышали о его играх, которые были неподалеку, совсем рядом. Матхура, Вриндаван очень близко. Очень близкие дхамы. Практически их не отличают Матхура, Вриндаван, как одно целое. Все же там будет разница, потому что все жители Матхуры станут жителями Двараки. Матхуру Кришна бывает, прибывает уже и становится царевичем. Он уже не пастух Матхуры. Но вот Акрура необычный преданный. Житель Матхуры, житель Двараки будущего. Но ему выпала особая удача увидеть Кришну во Вриндаване. То есть он и должен был его привести, Кришну, из Вриндавана в Матхуру. То есть он должен был увидеть эту трансформацию. Кришна из пастуха превращается в царевича. Так. Такое положение. Но и видя Кришну во Вриндаване, Акрура не понимает до конца этих отношений. Великий преданный Акрура, но все же он житель Матхуры. Для него не все понятно в отношениях и чувствах при Джабасе. Он совершит ошибку таким образом. Потому что приедет из Матхуры. Смотрите, он здесь описывается как великий преданный. Он будет кататься в пыли Вриндавана. Он пойдет в такое состояние экстаза. Он воочию должен увидеть Кришну, сознавая его полностью. Его положение Бога. Так. Но в то же время Акрура не обладает квалификацией, скажем, чтобы понять настроение Гопи или Нанды Махараджи, или Ешоды. Кришна понимает больше в его положении Всевышнего. Не как мальчика, пастушка, а в положении Всевышнего. И тем не менее, это была волнительная для него поездка. Не мог ни на секунду отвлечься от этих мыслей, как он увидит Кришну, что произойдет, он будет мечтать об этом. Все мечты его сбудутся. Комментарий небольшой. День, когда царь Камса приказал Акруре поехать во Вриндаван, был днем Экадыша, темной половины месяца Фалгуна. Проведя ночь в Матхуре, рано утром Акрура отправился в путешествие. В то утро во Вриндаване Нарада возносил Кришне молитвы, а днем демон Вьямасура погиб от руки Господа. Акрура приехал в деревню Кришны на закате того же дня. Это был тот самый день, тут описывается точно, этот был день, когда Вьямасура был убит. И это был закат, закат дня, то есть день прошел. Акрура с утра и до заката солнца путешествовал. Текст второй читаю, перевод. По дороге во врач Акрура, великая душа,
ощутил необычайную любовь к высокому Господу и стал думать о нем. Вот эти мысли о Кришне не продиктованы какими-то отношениями, нашими отношениями, уже обретенными, как у возвышенных вайшнавов есть такая способность. Но есть также другой способ думать о Кришне через садхану. Мысли могут прийти через определенную садхану духовную. Например, садхана – это означает практика еще неосознанная. Мы совершаем усилия, но не знаем еще, что это. Но это то же самое, как мы можем не знать, что такое огонь, не протягивая руку. Полагается испытать на себе, что такое огонь. Это духовная практика. Так, там есть энергия Сат-Чит-Ананда. Соприкоснись. Как? Ну, повторяю святое имя. Читаю, слушаю. Принимая священную пищу, есть правила предписания, распорядок дня, если человек следует, то он непосредственно касается огня и получает ожог. Даже не зная о свойствах огня. Не имеет значения. То есть через садхана бхакти также можно получить непосредственный трансцендентный опыт. Это на слух. На слух. Таким образом появляются мысли о Кришне. Если вы обожглись, то вот это место будет вам само о себе напоминать. Вам не нужно что-то придумывать. Начинаете понимать, что такое огонь. У вас остался след. Это материальный пример, конечно. Но духовный след также подобен такому вот в позитивном смысле ожогу. Ожог, и этот ожог сам, он пульсирует, он так напоминает. Какое-то время пока не заживает, да? Таким образом. Ну, такой пример. Через садхану также можно думать о Кришне, потому что садхана может пробудить эти определенные чувства, эмоции. И затем у человека появляется уже вера в Игоря Кришну. Что он мог поднять Хом Гавардхан, что он способен на такие великие дела, которые описываются. Десятая песня Шримад Бхагавата. Убивать таких великих демонов могущественных, играть со слоном Кувалая Пида и привлекать всех девушек Раджа, или играть с Господом Брама и Индрой, подняв холм Гавардхан и давая наставления даже великим мудрецам. У нас появляется некое представление о Верховной Личности Бога. И таким образом появляется возможность думать. Думать. Серьезно думать об этом. Сегодня в мире люди в школах больше думают над математическими заданиями, чем над играми Кришны. Там приходится думать, ломать голову, чтобы решить какую-то задачу. Не знаю, как сейчас построено образование, но в наши дни это был большой труд для школьников решать задачи по математике или учить язык со всеми правилами этими. Составными там предложениями различными, причастными, депричастными и прочее. Казалось, очень серьезной наукой, требует большого как бы осмысления, усилий и памяти. Но сказки запоминались сразу же, без усилий. Образы. Вот физическое знание передается личностным образом. Вам не нужно напрягать память, если вы видите образ. Он сам отпечатывается в памяти. Все просто. Вот это сознание Кришны. Кришна сам приходит при этом. В форме святого имени, в форме прасада. Он сам делает этот отпечаток, этот ожог духовный. И сохраняется эта память. И таким образом преданный способен думать, говорить на эти темы философски, образно. Даже в духе юмора, неважно, это все есть в Кришне. Текст третий. Шри Акрура думал так. Давайте заглянем в мысли Акруры. Откуда-то Шукадева Госвами знает эти мысли? Кто-то может подумать, ну как?
Автор написал такие вещи. Куно узнал, что думал Акрура. Акрура не произносил таких речей, свидетелей не было, никто не записал. Где факты? Если вы проходите этот путь сознания Кришны, вам все известно на этом пути становится. Просто смотрите на человека и понимаете, о чем он думает. Но если человек выше вас, то вы не знаете, о чем он думает. Не сможете, должны спросить. Поэтому вопросы задают тем, кто выше. А тем, кто младше, отвечают на вопросы. Потому что вы, если имеете более развитый разум, более тонкий, вы знаете, что на уме этого человека. Или на этом уровне саданы, или в этой ситуации, когда у него еще нет твердой веры, еще есть трудности в жизни, о чем думает человек, вам все известно становится. Итак, здесь Шри Акрура думал так. Какие благие деяния, неаскетические подвиги я совершил, кому поклонялся и сколько милостыни раздал. Раз сегодня мне выпадет удача увидеть Господа Кришну. Это вопрос. То есть, если так рассмотреть удачу, то тоже вопрос возникает. Откуда такая удача? И почему именно мне? Прабхупада говорила о том, что сочетание предсказывало, что кто-то распространит по всему миру какой-то Синапати Бхакта. Какой-то генерал Господа Читания придет. Потом он говорил, может быть, это я не знаю. Может быть, это я. Так это непонятно при этом, почему именно я занимаюсь преданным служением. Почему именно я должен, я проповедую, занимаю это место и проповедую людям то, что-то связано с моей прошлой жизнью. Что же я там делал в прошлой жизни? Что теперь Кришна занимает мне служение в этой жизни? И так как Рура, он, конечно, в таком состоянии находится, не может даже поверить, да, в свою удачу. Я материалист, поглощенный чувственными удовольствиями. И потому мне также сложно увидеть Господа Уттамашлоку, как шудри получить разрешение декламировать ведические мантры. Такой пример. Если человек по качествам шудра, он не должен говорить о Боге, должен закрыть свой рот сразу же. В ведическом обществе это очень строго следили за этим. Но сегодня мы только и слышим о Боге от шудра, какие-то сектантские какие-то там сообщества, не знаю. Только от людей несведущих. Мы слышим только об этом. От них, от атеистов мы слышали всю жизнь о Боге какие-то речи. И поэтому хороший пример. Таким людям запрещено говорить о Боге, у которых нет даже веры. И к тому же они еще обладают всеми плохими качествами. И им люди верят. Когда им говорят, читайте, что он сказал. Я Садева Шукадева Госвами. Великие святые говорят, как им можно верить? Тем, кто обладает трансцендентными качествами, мы им не верим. Мы верим нашим атеистам, ученым, у которых весь запас греховной деятельности, все дурные наклонности. И они еще отвергают Бога. Мы верим этим людям. Так. Поэтому Акрура думает, я материалист, поглощенный чувственными удовольствиями. То есть его связь с Камсой, видимо, такой отпечаток. Знаете, на каком-то уровне духовном человек должен иметь смирение, развивать смирение. Иначе он попадет, если не будет развивать смирение. Кришна помогает. Как он помогает? Ну, служу. На работу ходим. Служу материалистам, будучи преданным. Это неблагоприятная ситуация с одной точки зрения, потому что общение неблагоприятно. С другой точки зрения поддерживает смирение. Человек думает об этом, что я вот осквернен этой деятельностью, осквернен этим общением.
Я не могу быть чисто преданным. И это в этом смысле хорошо. Если он еще самостоятельно не может развивать свое смирение, то Кришна может помогать ему таким образом. При этом изнутри сердца, если он искренне усиливает его желание преданного служения, будет тосковать по преданным, ждать духовных программ, ждать общения, будет молиться Кришне: «Кришна, помоги мне, дай мне эту возможность служить тебе чисто». Итак, он говорит: я материалист. Но довольно этих мыслей, так он уже во Вриндаване, представьте, эти мысли уходят от него. В конце концов, даже такая падшая душа, как я, может получить возможность лицезреть непогрешимого Верховного Господа. Случается же иногда, что какую-нибудь обусловленную душу, которую несет бурная река времени, вдруг прибивает к берегу. Такие же случаи бывают. Такой случай сравнится с бревном. Бревно не может управлять своим движением в реке. Река несет его куда угодно. Бревно плывет, и все же. Иногда прибивается к берегу. На каких-то поворотах что-то случается, и мы видим, что бревно прибилось. Нашло прибежище. Вот такой пример приводит Акрура. То есть непостижимые вещи случаются иногда. Не как правило. Нельзя назвать это правилом, но это случается. Видимо, со мной такой случай. Я вот слуга Камсы, на самом деле. Но у меня возможность появилась непосредственно приехать в Вриндаван и увидеть Кришну. Вдруг прибивает к берегу. Да, можно, конечно, понять, насколько волнительна эта сцена, которая описывается здесь. Если мы хотим это поставить в театре, то тут нужно очень глубоко отнестись к этой теме. То есть это непростой сюжет. Как это выразить настроение Акруры? Такое, с одной стороны, противоречивое, с другой стороны, волнительное, там, глубочайший восторг, волнение. Он предчувствует эту встречу уже вот-вот, где закончится его материальное существование полностью. Сегодня все последствия моих грехов будут уничтожены. Жизнь моя увенчается успехом, ибо я припаду к лотосным стопам Верховного Господа, о которых размышляют йоги-мистики. Вот о чем размышляют йоги-мистики, вот почему они недоступны для обычных людей, даже отпугивают их образ жизни. Отреченные йоги-мистики. Они внушают некий страх обывателям. То есть как они живут, не заботятся ни об одежде, ни о жилье. Вот, о чем-то думают. И вот думая о чем-то, они становятся неуязвимы ни к жаре, ни к холоду, ни к голоду, ни к смерти. Равнодушны становятся ни к событиям в этом мире, они не проявляют никакого интереса. Тайна какая-то, да? О чем же думают эти мистики? О чем-то одном, но как? Акрура здесь говорит, что он не занимается такой йогой. И он достигает успеха этим. Поистине, сегодня царь Камса оказал мне огромную милость, дав мне возможность увидеть лотосные стопы Господа Хари, пришедшего в этот мир. Просто увидев сияние ногтей на его в стопах многие души в прошлом возвысились над густой тьмой материального бытия и получили освобождение. Здесь называют Господа Хари, а в предыдущих текстах Уттамашлока. Там, в том тексте, где он себя называет материалистом, он называет это имя Уттамашлока, потому что Уттамашлока это означает, что его воспевают в очень изысканных стихах. Очень сложно это выразить материалисту. Я говорю, материалист, а он Уттамашлока. То есть, ну, несоответствие есть. То есть я не способен, да, многие вещи понимать. Я просто, и все же я вот получил эту возможность. Я не смогу его прославить такими стихами, как Уттамашлоку.
И все же получил возможность вот приехать в Вриндаван. Здесь называют его Хари. Почему? Здесь такие очень хорошие размышления для нас. Мы тоже можем сказать, что у нас, может быть, нет способности каких-то, чтобы общаться с Господом лицом к лицу. Но, с другой стороны, эти мысли можно отбросить, как здесь описано. Довольно этих мыслей. Если у меня эта удача есть, какого-то бревна, которое прибивает к берегу, то что произойдет? Все мои грехи будут уничтожены, просто когда я соприкоснусь с ним. Это его милость. Я могу получить его милость. Милость не соответствует заслугам, но она есть, она может проливаться. И тут он говорит, что он хари, да, он крадет все эти грехи. Поэтому, несмотря на мое несовершенство, он своим совершенством может даровать мне совершенство. То есть дар, да? Господь Хари, он именно так поступает, он ворует все грехи. Если просто увидев сияние ногтей на его стопах, многие люди в прошлом возвысили над густой тьмой материального бытия и получили освобождение. Акрура отмечает, что по иронии судьбы злобный демон Камса оказал ему редкую услугу, послал его увидеться с самим Верховным Господом Кришной. Конечно, Камса послал его не просто так туда увидеться с Кришной, он хотел, чтобы он привез его в Матхуру и раскрыл свой план Акруре, потому что считал его близким другом. Они были в таких отношениях. Камса доверял Акруре. Мы знаем, что преданный он лучший друг всех живых существ, даже демоны могут оценить честное слово преданных. Поэтому они могут относиться по-дружески к преданным, когда те выполняют какую-то их волю, служат. И таким образом он знал, что Камса хочет убить Кришну Баларама. С этой целью он послал Акруру во Вриндаван. Но он не придает этому значения, он даже намекнул Камсе, что не все планы сбываются в жизни. Бывает, что мы планируем одно, получаем другое, будь готов к этому Камсе. Он предупредил его, что он понимал положение Верховной Личности Бога. Поэтому он не думает об этой опасности, он просто думает об этой встрече, о своем очищении, освобождении. Должно быть, Акрур так чувствует свою исключительность, некоторую в этом, как это свойственно душе любой. Когда он приближается к Богу, он чувствует свою исключительность. Так, это мы прочитали с вами все тексты, да, которые мы запланировали. Все, тогда мы на этом остановимся. Это сложная лила очень. Мы ее просто пробежали так в стихах. Сложная, с другой стороны, здесь очень ценные вещи для нас. Эти разные типы преданных описываются у Бхагавата в разных ситуациях и положениях, по-разному обусловленных. Также описывается, как они обретают освобождение. На Лакувара Манигрива, допустим, как они обрели освобождение. Демоны, понятно, как обрели освобождение. Легко. Легко, потому что у них было очень интенсивное памятование о Кришне, очень сильная связь через ненависть. Ну, а Кришна здесь раскрывается через вот эти все деяния, его природа всеблагая. Никогда никому не наносит вреда. Даже убивая, говорится, он убивает. Поэтому он учит Арджуну Бхагавад-гите, убивая, не убивая. Он должен даровать освобождение душам. Я должен идти путем дхармы долго. Воин, когда сражается, убивает, не убивает. Ты думаешь сейчас не о том. Ты осквернен привязанностью к родственникам. Воин не убивает и не умирает. Он достигает совершенства. Погибая и убивая, также достигает цели. То есть в таких воинах праведных нет потерь, если не связаны с дхармой, с высшим религиозным долгом, то есть с Кришной непосредственно, если он связан, потому что Кришна, убивая,
не убивает. Даже не делал не возражения, а любое живое существо в этом мире должно умереть. Любое живое существо должно умереть по воле Бога. По сути дела, Бог в форме времени убивает каждого человека, любое живое существо. Он дарует новую жизнь, убивает. Убивая, не убивает. Это может только Господь. Ну и его вот возвышенный преданный. Поэтому он что убивает? Убивает грехи. Здесь называют хари. Хари – враг грехов. Смертельный враг грехов, Господь. Это его позиция. Он отвергает всю эту греховную деятельность, направленную на собственное удовлетворение, удовлетворение собственных желаний. И Акрура должно быть развил сильное желание увидеть Господа. Через то, что он слышал. Также желая и себе освобождения, потому что он не хотел служить злобному царю, но должен был. Делал-то против воли. Но он так совершенно выполнял свои обязанности, что даже Камса имел такое расположение. Да, Господь Чайтанья сказал Рагхунатху Даса с вами, что вступай как замужняя женщина, имеющая любовника. Так ты будешь еще и выполнять свои обязанности лучше, материальные. Или будешь развивать эту внутреннюю привязанность к Кришне. И Кришна тебя сам освободит в свое время. Тут этот случай произошел через Акруру. Хорошо, здесь мы остановимся. Пожалуйста, дорогие преданные, да? Какие будут вопросы, дополнения? Я напомню правила, преданные, поднимайте руки в Zoom'е. По очереди будем задавать вопросы из Zoom'а и из чатов. Не успели. Амана Кишори. Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Читань Чанвачаран, Прабу, примите мой поклон, пожалуйста. Знаете, я хотела спросить, вот давно что-то думаю, не могу никак разобраться, вот когда Нарада Муни пришел к Камсе и сказал, что Кришна — это, ну вот, восьмой сын Деваки, и, а до этого тогда почему демоны во Вриндаван приходили? То есть Камса, получается, тоже знал, что... Ну, немножко путанный вопрос, но как он знал, что Кришна, почему он тогда во Вриндаванов демонов посылал? Если тогда Нарада Муни только потом уже пришел и сказал, что, оказывается, Кришна — это восьмой сын Деваки. Не понял вопрос. Хронология тебя, да, беспокоит? Хронология? Нет, ну, как сказать, почему демоны... Ну, то есть Нарада Муни, он пришел к Кришне, ой, к Камсе, и сказал, что Кришна — это восьмой сын Деваки. И он туда, к Камсе, попросил Акруру привести Кришну сюда, ну, в Матхуру, чтобы убить. А до этого Камса знал, что Кришна... Ну, почему тогда демонов он во Вриндаван посылал, чтобы Кришну убить? Тогда, получается, он заранее знал, что Кришна — это восьмой сын Деваки, или нет? В какой-то момент он узнал, потому что Дурга что-то сказала ему, еще когда Кришна только-только явился. И уже Дурга выдала этот момент, что этот уже ребенок уже родился где-то. Она точное место не сказала, но предупредила Камсу, что он уже появился где-то. Таким образом, знал, что уже тот восьмой сын Деваки явился. И потом он уже скажет Кришне же перед борцовскими состязаниями об этом, что мы слышали о том, как ты убиваешь демонов во Вриндаване. То есть он слышал, у него были свои соглядатые там. Но Дурга уже его оповестила об этом. Да, спасибо большое. Гуру Махарадж, вопрос из онлайна.
Преданный спрашивает: Хари Кришна, душа – это сад Чит-Ананда. Но есть мнение, что Чит-Ананду душа получает только в духовном мире. Есть ли об этом в шастрах? Где в книгах Шрилы Прабхупады говорится, что душа – сад Чит-Ананда? Понятный вопрос для меня совсем. Душа – сад Чит-Ананда, она есть сад Чит-Ананда. Но другое дело, проявляются ли эти энергии полностью. В материальном мире не проявляются эти энергии полностью. Сад проявляется в осознании Брахмана. Сад Чит проявляется в осознании Брахмана и Параматмы. Сад Чит-Ананда проявляется в осознании всех трех аспектов вместе. Не то, что мы это получаем. Мы получаем отношения с Богом. Вот что такое сад Чит-Ананда. Мы по природе сад Чит-Ананда уже, ну, не проявлены. Спасибо большое, Игорь. Игорь. Игорь пробовал. Связь плохая, да? Хари Кришна, дорогие преданные, Чандра Чаран Прабху, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А вот я просто хотела спросить, здесь же Акрура, получается то, что его, ну, он совершит вот это оскорбление, то есть он не поймет любовь жителей Вриндавана к Кришне именно из-за своих отношений с Кришной. Ну, то есть это столько, ну, его вот... Он в своих отношениях он понимает, ну, полностью Кришну, вот именно в своих отношениях. И я не знаю, как бы тут вот сформулировать, то есть у него полные отношения, и тем не менее он, ну, то есть и все равно вот этот факт, то, что вот, ну, что-то он не понимает, да, и оскорбление происходит. Вот здесь вот мне нужно понять, что это такое, как вот... Ну, ну, понятно то, что это Кришна все устраивается, но вот что это такое, да? Не знаю. Акрура не понимает Кришну. Он не понимает Кришну. Его никто не понимает. Кришна об этом говорит, Бхагавад, меня никто не знает. А имеется в виду никто и в духовном мире тоже. И в материальном мире тоже. Поэтому так происходит. Кажется, что кто-то понимает Кришну. Кажется, что Шукадева Госвами понимает Кришну, потому что он рассказывает, рассказчик. Шримад Бхагаватам. Кажется, что Вьясадева понимает Кришну, потому что он автор Веданта Сутры и автор также Пуран. Это лишь кажется. Кажется, что Господь Шива понимает Кришну. Кажется, что богиня Лакшми понимает Кришну. Но никто не знает Кришну. Эти отношения мы тоже знаем, как, ну, что-то мы знаем об этом. Нам открыто, да, вот эта высшая сфера, но мы что-то знаем об этом. Она непостижима. Поэтому, наверное, Акрура, он не был глупцом, Понимал, что у Кришны, естественно, есть отношения во Вриндаване со всеми. Это Верховная Личность Бога, он тут живет. Но он не понял Кришну. И Кришна не проявил таких вещей. Он как раз скрывал эти чувства. Поэтому Акрура не понял ничего. Он видел, что гопи, вот эти пастушки, потом все жители, они очень взволнованы. А Кришна, он спокойно сидит на колеснице, безмятежный. А вот Кришна не понял, конечно же, эти вещи. Но, с другой стороны, он получил огромную милость, когда гопи прокляли его. Вот так все смешно, видите, в материальном мире. Не так просто войти во Вриндаван. Например, Прабхупада, я вчера читал письмо, писал ученикам письмо,
что во Вриндаване 90% садхаджи. И они очень отреченные при этом. Там очень-очень мало преданных, даже живут в Вриндаване. Иногда преданный искон приезжает в Вриндаван, чувствует вот это настроение Вриндавана, проникаются, тоже начинают попадать какие-то сампрадаи, искать это Кришну там, помимо искон, помимо того, что Прабхупада хотел. Так тоже случается. Почему так случается? Потому что они не понимают настроение Господа Читания. Прабхупада называл, что если кто-то просто сидит в Вриндаване, занимается баджаном, как правило, становится сахаджи. Это об этом говорили, что бачитанцы развали. Они говорили только о Гоште Ананде, баджананде не говорили. Это как чистое исключение. И даже как исключение лучше не думать об этом. Очень-очень большой риск сахаджи. Спасибо, Гуру Махарадж. Вопрос из онлайна. Преданный задает. Хари Кришна, ваша милость. Прабхупада говорит, что все, кроме вайшнавов, демоны. Правильно я понимаю, что, воспевая святые имена, я призываю Шри Кришну в свою жизнь, чтобы он убил во мне демонические наклонности? Правильно это. Правильно. На 100%. Но мы к Кришне не обращаемся напрямую. Если бы напрямую обратились к Кришне, то, я не знаю, нас бы убили, Кришну убил бы сразу же. За такое обращение. Мы обращаемся через Гуру Парампуру и Господа Читания. Поэтому Кришна не убивает нас. А так бы, как красильщику ткани, бы снес бы голову в ладони, и все. Если просто мы бы прямо бы сказали, Кришна, почему ты мне не даешь хорошего мужа? И голова полетела бы сразу. Почему Кришна должен давать хорошего мужа, если человек не готов к этому? Если он мнит о себе что-то. Почему он Кришне дает богатство человеку, который этого не заслуживает? Но при этом он претензию Кришне предъявляет, как красильщик ткани. И голова слетает с плеч сразу же в той игре. Но мы сегодня, видите, к Кришне столько претензий имеем, и голова на месте пока. Потому что мы обращаемся к Господу Читания на самом деле. Что мы еще совершаем оскорбление, чтобы какой-то у нас была связь с Кришной. Господь Читания обеспечивает эту связь, закрыв глаза на все. Поэтому убиваются при помощи логики, аргументов, при помощи проповеди убиваются. Демонический ум. Так сегодня. Спасибо. Игорь Иванович. Хари Кришна, читание Чаланчана Прабу, простите за изображение, нету, плохой интернет. У меня вот такой вопрос, что вот думчивые, искушенные люди говорят, что напрямую мы не можем служить Кришне, да, но вот то, что вы сейчас сказали. И что начинающие служат через Шрилу Прабхупады, а вот получившие посвящение через гуру. И вот в этой вот связи такой вот вопрос. Вот, а вот как на практике мы должны пытаться служить через Шрилу Прабхупаду, да? Это как это вот? Или мы читаем пранаму мантру Шрилу Прабхупаде, или это мы просто в уме предлагаем ему, чтобы он передал Господу Чайтанье, там, допустим, наше подношение там, или там какое-то служение. Вот не могли бы вот момент этот раскрыть практически? Вот. Это не сложный вопрос. Сложный. Не сложный. Это не нужно как бы придумывать, да, как Прабхупаде именно служить. Потому что Прабхупада, он могущественный. Ачарья. Основатель Ачарья. Мы входим в его движение, мы автоматически попадаем в его атмосферу. И мы, естественно, уже служим Прабхупаде. Это уже происходит, естественно. Мы читаем книги Прабхупады, это служение Прабхупады.
распространяем книги Прабхупады, вот марафон близится, мы готовимся к служению Прабхупады, строим центр Гурукула, это все его наставления, то есть мы, дух проповеди, дух миссионер, миссионерство, мы имеем это все движение Прабхупады, так что мы уже вовлечены в это, естественно, нам не нужно об этом как-то думать, это уже есть. Это нет, я понял, спасибо. Ну, вопрос немножко в другом. Ну, мы же не можем напрямую служить, допустим, предлагать пищу Господу Чайтани, да, ну, Панчататве. Не можем напрямую служить, допустим, на алтаре, да, мы от их имени это делаем. И вот как практически вот от этого, от их имени вот служить, пытаться служить божествам, или там предлагать им пищу, или там читать это мантру. Тот же самый вопрос. Да, мы уже в этой атмосфере находимся. То есть это автоматически происходит? Да, да, потому что уже все на алтаре есть. Господь Чайтанья на алтаре есть, или Панчататва на алтаре есть. Есть Агуру Парампара, есть все наши традиционные мантры, все стандарты, все тоже есть. Понял, спасибо. Харе Кришна. Вопрос из онлайна, Гуру Махарадж. Как Кришна относится к материалистам? Исполняет ли их материальные желания? Кришна лично не исполняет такие желания. Лично. Это делает материальная энергия. Также вот есть богиня Лакшми, есть полубоги, которые вот непосредственно эти желания исполняют материально. Кришна санкционирует просто. Эти законы, кармы санкционированы уже, и все работает, механизм. Кришна, он на Галоке Риндауне наслаждается с преданными. Материальным миром занимаются полубоги. Все живые существа как или иначе взаимодействуют здесь. Но под его контролем. Примите мои поклоны, пожалуйста. Ну, тут вот было сказано, да, что Акрура благодарит Камсу за свою счастливую судьбу. А вот в жизни преданные должны ли развивать вот такое настроение? Потому что, ну, многие зависят, например, от своих работодателей, да, и есть возможность служить Кришне, да, зарабатывая деньги. В судьбе преданных тоже вот так же, да, что мы благодарим за милость вот старших или тех, от кого мы зависим. Это милость в жизни преданных. Некоторые не любят иногда своих работодателей или как-то старших. Каву. Каву. Да, он испытывает благодарность всем, ко всем. Даже к своим врагам испытывает благодарность. Когда он достигает такого духовного совершенства. Тогда это случается. Он всем говорит прощайте. Спасибо всем и прощайте. Я тебя не слышу. Я понимаю, спасибо. А, ты понимаю, ну, здорово, здорово. Спасибо, Гуру Махарадж. Вопрос из онлайна еще один про Акруру. Харе Кришна, Гуру Удев, мои поклоны. Акрура когда-то подговорил Шатадханву украсть камень Симантака. И из-за этого убили Сатраджита. А как понять действия Акруры? А это вот связано как раз с этой историей, которую мы начали читать, когда Акруру везет Кришну из Вриндавана, он будет как бы выглядеть жестоким по отношению к чувствам Гопи, не отреагирует никак. И вот это проклятие Гопи, они скажут, ты не Акрура, ты Крура, ты жестокий человек.
И вот в той ситуации, в этой лилии, камне Симантаки, он поступит как жестокий человек. Будет такой, такой случай у него будет в жизни. Связан с проклятием Гопи, так я слышал. Вандине, вы руку опустили или у вас есть еще вопрос? Спасибо большое, Хари Кришна. Дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, поклон. Вот я хотела, у меня такой очень краткий вопрос. Вот я правильно поняла, вы говорили о духовных ожогах. То есть если духовных ожогов нет, и поэтому нет энтузиазма, радости, духовной практики. Или я неправильно поняла? То есть нужно копить эти духовные ожоги. Копить. Нет, просто нужно заниматься преданным служением. То есть энтузиазм исходит из очищения. Поддерживается очищение, так скажем, энтузиазм. Так же, как, скажем, активность тела поддерживается здоровьем. Да, если человек здоров, он активен, естественно. Также энтузиазм – это духовная активность, поддерживается чистотой. Если мы совершали, говорится, в Бхагавад-гите, благочестивые поступки в прошлых жизнях, если мы совершаем благочестивые поступки в этой жизни и терпим последствия грехов, тогда такой человек обретает энтузиазм к преданному служению. То есть пока мы делаем хорошие вещи, избегаем оскорблений, всегда будет энтузиазм. Но как только мы начинаем совершать какие-то оскорбления, наш энтузиазм начинает слабевать. Он поддерживается чистотой ума. Спасибо, Гуру Махарадж. Еще один вопрос из онлайна. Хари Кришна, Гуру Дев, слушаю разных старших преданных, и каждый говорит, что кроме, например, санкиртаны, не будет прогресса. Другие, кроме садханы, третьи, кроме бхакти-врикши. Как это объединить? Это одно и то же. Это все садхана. Наша садхана – это санкиртана на самом деле. Не баджана нанди, это гоштья нанди. Это наше настроение. Все движение, это движение санкиртаны, это и есть наша садхана. Все это вместе называется санкиртана. Ягья. С раннего утра и до вечера. Все, что мы делаем, это санкиртана ягья. Тут разницы нет. Это можно акцентировать просто по-разному. Если у человека плохая садхана, распоряд огня, мы говорим, что без этого он не сможет, да, продвигаться. Если у него хорошая садхана, нормальная садхана, но он не проповедует, книги не распространяет, тоже, скажем, не очень совершенно. Обрати внимание на эту сторону. Но если говорить как бы духовно, целиком, то все это должно быть в одном настроении. Настроение санкиртаны, это главная садхана. Я помню, как Рахини Сута Прабу, когда он здесь в России, вот был в GBC, на Урале, приезжал в Москву, в Петербург в 90-х годах, он очень сильно вдохновлялся распространение книг, очень сильно. Вот, и его спрашивали, какая у вас садхана? Ну, то есть у него такая мощь была, санкиртана невероятная. Всем было интересно, что же за садхана, какая у него, может, особенная садхана какая-то. Говорит, моя садхана такая, говорит, если хочешь есть, ешь. Хочешь спать, спи. Но если у тебя какие-то силы появились, иди распространяй книги. Вот так он проповедовал всю жизнь. Когда приезжала Матаджи Рамбару из Германии в те годы, она была гуру-мата для многих там преданных, ученица Прабхупады. Она о нем рассказывала, ну, зная, что тут уже у него есть ученики в России, занимаются санкиртаны, дух санкиртаны растет постоянно, марафоны там, тонны книг распространяются, это вот Рахини Сута Прабху, как вот он этот дух поддерживал. Она рассказала о нем небольшую историю, говорит, он начал книги распространять необычно. Он не проповедовал первые там сколько, 15 лет, по-моему, или 10 лет, сам не Кришна, просто слушал лекции.
Потом он пошел на Санкиртану, стал уходить на Санкиртану. И вот как он пошел на Санкиртану, он даже, говорит, не доел просад, что такое было. Когда узнал, что ему разрешили на Санкиртану выходить, он даже просад не доел, он просто схватил книги и побежал туда без оглядки, и вперед всех. Все только собирались как-то там на Санкиртану, у него же этот был энтузиазм, порыв. И, говорит, мы сели там в микроавтобус куда-то, поехали на то место, где-то там то ли рынок какой-то был, какая-то площадка. И мы смотрим, что там какая-то толпа огромная, огромная толпа, и там в центре кто-то кричит. Думаю, что-то там случилось, и мы подошли ближе, увидели, что там Махисуда Прабху в центре этой толпы, и книги бросают, книги летят туда, в толпу, а люди бросают ему деньги туда. Вот так он распространял книги, представьте. И этот энтузиазм у него пожизненный. Он даже клятву писал специально, что моя жизнь – это Санкиртана, моя садана – это Санкиртана. Помните, как Нартам Дастакур говорит, Шивупа Маджари Пада, да, ты моя садана, ты моя жизнь, ты все для меня. И вот у нас Санкиртана – это вот проповедь, распространение книг, это преданное служение для того, чтобы распространять святое имя, это наша садана главное. Для этого мы все остальное делаем, чтобы воспевать святое имя и распространять святое имя. Большой шаланда, Тхакурпрам. Хари Кришна Читания Чанвича, вам пробую, дорогие преданные, мои поклоны. Вопрос. В лекции вы упомянули немножко о системе образования, ну, современная система образования, ну, то есть там, математика, математические вычисления, да, там, изучение языков, ну и другие предметы. Вопрос такой, как можно связать вот, изучение этих предметов, ну, в школьных образованиях, сознанием Кришны? Ну, вот такие предметы, там, математика, там, геометрия, география, история, иностранные языки и так далее. То есть можно ли это сделать, если можно, то как? Ну, конечно, можно. Это же все связано с Кришной. Господь Чайтанья так преподавал санскрит. Каждую букву, каждый слог связывал с Кришной. Также можно видеть математику, физику, химию, что угодно. Любая наука, она имеет одни и те же законы. Одну и ту же основу, один и тот же источник. Все это из Кришны. Математика и все физические законы, все это также из Кришны. Конечно, возможно. Но для этого нужно иметь сознание Кришны, все. Физику, да, люди знают как-то и математику, но просто не имеют сознания Кришны. Вот вся проблема в этом, что между физикой и математикой они видят разные предметы. Может быть, а может быть и нет. Они также литературу отделяют, там что-то еще, а может быть это все одна наука. Из одного источника исходит. В сознании Кришны можно этому научиться. Прабхупада хотел. Если вы говорите о политике, цитируйте Бхагавад-гиту. Если вы говорите о математике, цитируйте Бхагавад-гиту. Переводите основу. Если вы говорите о литературе и языках, то же самое. Переводите, цитируйте Бхагавад-гиту. Вы увидите сами. Все связано. Спасибо, Гуру Махарадж. Вопрос из онлайна. Хари Кришна, Гурудев, вы говорили, что животные, даже если слышат Шримад Бхагаватам, не получают блага, потому что не понимают. Но нам хорошо слушать Шримад Бхагаватам даже на иностранном, когда мы тоже ничего не понимаем. И в чем разница между вот, слушанием нами на иностранном Бхагаватам и животными? Ну, какое-то благо, конечно, не получают в любом случае. Не такое большое, может быть, но это же Шримад Бхагаватам. Но по большому счету, да, если мы говорим о человеке, животном, разница огромная. И вот пример того, что мы слушали на английском языке без перевода, не понимая, в чем мы получали благо, как же мы получили благо, не понимая. Но мы понимали одну вещь, что это класс Шримад Бхагаватам, что речь идет о Кришне. Это мы прекрасно понимали. Поэтому мы получили благо.
Животные, конечно, не понимают такого названия. Если сказать, сейчас будет Шримад Бхагавата, нас просто там кости будут какие-нибудь. Если кости будут, то хороший класс. Я пойду. Если за это бросят кость, конечно, я послушаю. Спасибо большое, Шрима Хари. Хари Кришна, примите мои поклоны. Вот вы затрагивали тему Гоштхи Ананди, Баджа Ананди. Вот, что мы должны быть Гоштхи Ананди. Ну вот, знаете, как бы есть такое наблюдение, ну вот, особенно вот эти пандемийные времена, так как общение, оно как бы перешло в Zoom в основном. Вот, и такой вот парадокс есть. То есть общение стало как бы больше, возможностей стало больше общаться. И проповедь даже идет, как бы, ну что старшие преданные могут вести на махаты стабильно, да, в зумах там, ну, какие-то группы свои младших преданных, вот. Но в то же время, как бы, такое есть чувство, что вот это все, как сказать, наоборот, увеличивает настроение баджан-нанди, понимаете, вот как будто в баджан какой-то вот преданные, ну, как... Ну, как будто увеличивается вот эта вот склонность, понимаете, что потом уже и в зуме уже встречи как бы, ну, не милые уже становятся, ну, в том плане, что уже и даже желание пропадает там и в зуме, например, присоединиться. И я уж не говорю о том, чтобы, ну, вот это вот как-то, какая-то экспансия произошла внешняя, что и выйти уже, ну, то есть очень трудно куда-то, вот. Хотя вроде как бы и общение, и проповедь, все есть, вот. Это написано в Писании, что иногда гости Ананди, они проповедуют, иногда не проповедуют, они просто общаются. Например, Четурмакси, да, они где-то на одном месте останавливаются, они не проповедуют, они просто общаются. Это необходимо. Можно вот этот период пандемии, скажем, какого-то такого вот затворничества, можно понять именно так, что сейчас время, да, углубить свое воспевание святого. Лично каждому. Если мы хотим дальше, да, сделать следующий шаг в развитии движения, нам нужно вот сделать вот этот шаг сейчас. Я думаю, это хороший момент. Если мы на самом деле хотим, да, не что-то, не придумать что-то новенькое в нашем движении, а именно шаг реально сделать в развитии движения, нужно углубить свое сознание Кришны. Только так. Не так, что мы в интернете постоянно спорим, кто прав, кто виноват, что такое шастра, что такое не шастра, что такое косвенно, что такое прямая проповедь, как одеваться, как не одеваться, начинаем с склоки, эти вот ссоры, оскорбления начинаются по пустякам, по каким-то мелочам. И так думаю, что так продвигаем движение. Давайте, на самом деле, если мы хотим движение продвинуть, сделать шаг серьезный вперед, давайте углубим свое сознание ближе. Свое, индивидуальное, не чужое, не будем смотреть на других. Мы слишком много стали делать внешних вещей. Внешних предложений, каких-то искусственных. Много теоретизации, просто шквал этой теоретизации. Зашкаливает теоретизацию у нас в исконе. Запутанные умы просто. Хотя все просто, нужно просто воспевать чистый святой. На каждом шагу у нас какие-то споры и проблемы. Это касается не только преданных, касается всего мира. Весь мир просто с ума сходит. Сошел с ума. Пандемия – это нормально. Вот немножко люди начнут думать о жизни, о реальной жизни. Как сейчас нам выжить вообще, и духовно, и материально, пусть люди задумываются серьезно о жизни. И только воспевание, заметьте, только воспевание, только воспевание, только воспевание. Почему об этом преданно забывают, что только воспевание? Почему начинают больше о варнашрамадхаране говорить о чем-то еще, начинают слишком много говорить о каких-то вещах?
не зная даже, как это все сделать, как это осуществить, понятия не имеют. Просто говорят и спорят, говорят и спорят. Время убивают зря просто. Мы должны знать, что делать, мы должны иметь просветление. Как? А только святое имя. Поэтому это тоже милость Кришны. Пандемия, не пандемия. Кришна знает, что происходит. Так что не жалуйтесь на пандемию. Нужно жаловаться на свою энергию. Давайте, давайте станем серьезными в воспевании святых имен. А вы тогда еще такое, ну, как бы уточнение, углубление, вот, ну, как работа, да, ну, как бы над своим воспеванием. Если она правильна, она приведет к чему? Вот. Тогда. К счастью. А счастье приведет к чему? Ну, как бы. Но Баджананди, они же тоже счастье испытывают, как бы от того, что они просто уединились, как бы, и ну, как сказать, от своего баджана внутреннего. Вот. Еще раз повтори насчет баджана. Но счастье, оно к чему должно приводить? То есть Баджананди, они просто могут быть счастливы от своего внутреннего баджана. Ну, тогда это настоящий Баджананди. Ну да. А как он тогда станет Гоштхян Ананди? Ему нужно. Ему, если он настоящий Баджан Ананди, что плохого в этом? Не нужно. Дело в том, что это очень-очень редко достигается. Mm. Мы на это поэтому не медитируем. В наших, тем более, условиях. Даже во Вриндаване не так. Таких Ананди очень мало было. Поэтому не нужно это как бы упрощать. Сахаджу и превращение. Если он на самом деле счастлив под Джанананди, от него исходит дух проповеди тоже. На него люди смотрят и уже распространяется святое имя. Просто когда смотрят на него, если это настоящий под Джанананди, на самом деле, ты поглощен воспеванием святых имен. Как Гаур Кишор Бабаджи, допустим. Так. И такие примеры знаю. Но где сегодня такие примеры, скажем? Господь Читания, Байстан Сарасвати не давали нам таких наставлений, потому что имитируется это. Это лишь имитируется. Наша изначально настоящая позиция – это Гошти Ананди. Удовлетворить Господа Читания мы должны. Все. Mm-hmm. То есть мы должны воспевать святое имя с такой медитацией, да? Ну, как кошки Анани. Ну, что в итоге это должно как бы экспансироваться. Да, в итоге у тебя будет 1000 последователей. Тоже повторять Хари Кришна мантру. Они тоже будут тебя трепать нервы, как ты мне. Ну, я Чиранджандра будет... Имею в виду, что вы просто понимаете, что так хорошо уединиться и вот просто заняться джапой, книгами, и все классно, и так бы и так бы и жир все время. Главное, чтобы просад был, согласен. Иногда преданные цене проповедуют, иногда проповедуют, иногда не проповедуют. Когда мы приехали однажды в Индию, в дупе, для лечения, чтобы восстановить силы, почувствовали так, что нам пора уже, да, как-то здоровье поправить, то доктор нас посмотрел, наш пульс посмотрел, глаза, язык вытащить посмотрел, все посмотрел. И сказал: я вас буду лечить только при одном условии, что у вас не будет никаких гостей на протяжении, этих вот 2-3 недель. Ни одного гостя, чтобы не было. Ни одной программы, чтобы не было. Публичной. Чтобы людей здесь вообще не было. И мы не знали, что делать. Мы жили по-другому. Мы каждый день проповедовали. Мы каждый день что-то делали. Мы каждый день были на людях. А доктор сказал: а иначе бесполезно будет лечение. Вы должны сейчас уединиться. А что делать мы будем?
Мы спросили его, как просидеть дома, что ли? Говорит, нет, вот, ходите вместе на рынок, покупайте овощи, там, продукты, приходите домой, готовьте вместе, общайтесь, повторяйте мантру, вот, и лечение. Все, вот вам период времени. То есть иногда вы проповедуете, иногда вы не проповедуете. Это естественный как бы, пульс жизни. Иногда вы читаете книги забыли, иногда вы их не читаете, потому что вы должны это как-то осмыслить, как-то прожить какой-то период времени ради осмысления. Дальше сегодня. Поэтому мы говорим о пандемии, но сказать, тоже осмысление жизни. Не упустить этот шанс. Ну, как чтобы это не затянуло, а то уже как бы, ну, такое наблюдение, что затягивает. И потом трудно. Да, нет, Кришна же есть. О чем ты говоришь? Кришна же есть. Кришна знает, что делает. Спасибо, Гуру Махарадж. Из онлайна такой вопрос. Преданная спрашивает, Хари Кришна, как быть, если влюблен в преданного? Кто спрашивает? Матаджи спрашивает, Хари Кришна, как быть, если влюблен в преданного? Я уже думал, что-то еще. Матаджи говорит, что влюблена в преданного? Да, да. Она спрашивает, как быть? Ну, как быть, если она влюбилась? Что тут? Она замужняя, я не знаю ситуацию, как тут быть. Может, она уже замуж, может, у нее уже дети, может, ей 70 лет, может, ей 15 лет. Я вообще понятия не имею, что происходит. Влюбилась, ну хорошо, значит, живой человек, нормально. А, что делать, имеется в виду? Если замужняя, ничего делать не надо. Если старая, тоже. Если молодая, как бы зрелая для замужества, может подумать об этом. Любите, но не разрушайте жизнь. Что-то такого особенного влюбилось, ну, что, естественно. Что делать, что паника, что делать? Кришна не ревнует меня. Как ты могла влюбиться в это тело материальное, это кости, мешок с костями, покрытый там прической или шифой, допустим, усами, или даже без усов вообще? Как ты могла влюбиться в этот мешок с костями, с упражнениями? Да, я не знаю, что там думает Мададжи. Мы либо любим Кришну, либо любим его отражение в этом мире. Без любви человек не может жить. Но любит он Кришну, либо его отражение. В человеке тоже может отражаться какие-то божественные вот эти вот искорки. Даже внешняя красота, она же от Кришны дается. Любите, только не разрушайте, не портите никому жизнь. Дорогие преданные, у нас время заканчивается, поэтому... На следующий раз, видимо, вопросы вот на Сасхале. Кто у нас там на очереди был? Сасхале. На очереди вопрос чей? Расасхале. Да, ну, давай. Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста, Чайтанья Чандра Прабху. Я хотела спросить такой, ну, простой вопрос, да. Вот если на алтаре, допустим, божества стоят, горни тай, обязательно еще изображение панчататвы ставить на алтарь или ну, достаточно вот горни тай, божеств? Горни тай, ну это уж вся панчататва присутствует в ситуации. Горни тай, автоматически, естественно, вся панчататва там как бы ну, незримо да, присутствует. Даже как когда-то Радхарани не устанавливали же божество в какое-то время. Просто одежды плавали рядом с божеством Кришны. Незримо образом Радхарани присутствовал.
Также здесь, если есть главное, да, значит, я почитаю там тоже. Не то, что это обязательно. Ну, можете сделать, можете не делать, можете так, чувствовать присутствие, почитать. Хорошо. Спасибо большое. Так, ну хорошо, вот последняя рука у нас есть. Закончим. Хари Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Можете расшифровать вот это наставление из Бхагавад-гиты? Я вот понял, что до конца его не понимаю, когда, ну, Арджуна, ему говорится, что ему нужно убивать, при этом вы говорите, что, да, убивая, он не убивает, и вот я сейчас понял, что я не понимаю, что это значит. С одной стороны, Арджуна – это реальная личность, и он, ну, он кшатри, и он реально убивает, да? С другой стороны, в нашем случае это вот говорится, что это убийство, ну, некого невежества, как бы, да, то есть мы сражаемся на уровне ума, логики, аргументов. Ну, вот до конца не понимаю, что это для нас-то все-таки значит. Ну, потому что это духовный предмет, духовное дело, поэтому это может быть и непонятно с материальной точки зрения, как человек убивает, и при этом говорит, я не убил никого. Конечно, это мошенничество. Это трансцендентный предмет, поэтому он не применяется на материальной платформе. Нельзя. Так же, как раса лива, она не применяется на материальной платформе. Нельзя. Но как явление оно существует. Кришна именно такой. Он говорит, как душа может быть уничтожена, если она бессмертна? Это Арджуна объясняет. Как санкхья-йога, чисто философски, технически объясняет. А потом на практике говорит, как это применить, да? Понимание вечности души, убивая тела людей на поле битвы. Это трансцендентная деятельность нужна. Трансцендентное сознание, присутствие Кришны нужно. Так все и было. Кришна присутствовал лично на Курукшетре. Арджуна был его инструментом. А Кришна, он дарует вечное знание блаженства. Даже убивая, он дарует эти ценности. Он не убивает никого. Сменят дела. Опять же, материалисты не должны это применять, этот принцип материальной платформы. Это будет извращение. Ну, медитируй на эти вещи. У тебя есть время понять. Ну хорошо, но а сейчас-то вот на, ну, на моем уровне, как это можно применять-то? Я вот пытаюсь понять это. А? Никого не убивай, и все. Да это понятно. А что непонятно? Ну, непонятно, как этот принцип применить вот в деятельности, в жизни. То есть в чем как бы здесь, ну, то есть Арджуна-то почему убивал? Потому что защита дхармы некая была, да? В чем как бы для нас вот защита дхармы? Читание говорил так, принцип применял, что оставайся там, где ты есть, так. Делай то, что ты делаешь, там у тебя есть профессия, есть семья. То есть ты это не уничтожаешь, нет. Просто кого не встретишь, говори о Кришне. Ты убиваешь материалистический образ жизни. Таким образом. Не убивая, не меняя ничего в жизни человека. Ты сейчас о чем-то другом просто думаешь. Я не понимаю. Хорошо, давайте вот я уточняющий. Можно вопрос конкретный вот на практике. Вот если поднять тему вот этой вакцинации, QR-кодов, вот этого всего, да, вот сейчас преданные на два лагеря разделяются, кто-то там за, потому что правительство нужно вроде как поддерживать, кто-то категорически против, и вот хочется понять, где в этом всем дхарма, да, или дхарма, очевидно, вообще не в этой плоскости, она как бы над этим, и это вообще не важно, как бы, какое решение мы принимаем. Да, мы вообще в это не входим, в эту ситуацию. Он не должен быть там преданный. Ну, то есть любой из этих выборов, это, ну, как бы, дхарма вообще не в этом. Дхарма, как бы, вот, как понять, в чем она? Дхарма – это твоя личная ответственность, твой личный выбор. Это и есть дхарма. Это не просто какое-то стереотипное правило, которому должны все одинаково следовать. Дхарма, дхарма – это твоя ответственность. Ответственность – это и есть дхарма. Ты несешь ответственность за свою жизнь, за жизнь своей, например, семьи, ты принимаешь решение. Это твой путь дхарма. Твоя ответственность. Даже как брак. Это твоя ответственность. Кто-то скажет, брак не нужен. И сразу принять саньясу.
Кто скажет противоположное? А что делать? Это твоя ответственность. Твой разум. Поэтому в этих спорах не участвуем. Каждый применяет свою ответственность. Это так же, как мы устраиваемся на работу. Каждый выбирает себе работу сам. Но это вы говорите, дхарма, это имеется в виду не духовная дхарма, не санатана дхарма, правильно? Почему не санатана дхарма? Я запутался. Ну а что ж ты запутаешься? Зачем ты про эту вакцинацию вообще думаешь, что ты запутался? Ну, то есть не нужно об этом вообще думать, то есть наша цель это санатана дхарма, мы должны думать как, о том, как удовлетворить Господа Чайтанью, и, соответственно, решения как бы вот в материальных сферах, они... Изнутри будут приходить, что нам делать, или как это просто? Я вот не могу связать, у меня пока не связалось. Как то есть, вопрос в том... То есть вся наша наука сводится к тому, чтобы человек получил разум, применил свой разум. Годами будет йога, там твой разум решается. Это последний гуру, последнее проявление гуру татвы. И самое важное, если ты не применишь разум, ты ничему не научишься. Лучше даже, как говорится, ошибаться в своей жизни, чем вообще бездействовать. Лучше действовать с ошибками, чем вообще бездействовать. Ну, то есть мои действия, например, да, они могут расходиться с какими-то действиями других людей, но при этом для меня это может быть хармой, да, так как это через разум пропущено. Через свою индивидуальность, совершенно верно. Свой разум. Понятно. Я извиняюсь, да, за глупый, может, вопрос. Спасибо. Я сбила сколько вакцинации. Ага, сбила, да. Ладно, спасибо. Да, появился сразу, смотрю, еще один вопрос. Про вакцинацию похоже. Если про вакцинацию, то не имеет смысла спрашивать. Если... Нет, не про вакцинацию. Можно задать, да? Амал Говинда, простите. Сенчан Ачан Прабу, как вам? Можем в следующий раз перенести. Ну, раз уже рука поднята, уже все. Хари Кришна, мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня вопрос, я как педагог, и такая наболевшая тема. Вот сын повзрослел, ну, как всегда бывает, маленькие дети, они привлечены и как бы вдохновлены и служением, и всем. А когда ему становится 17, он, соответственно, удаляется, как-то так вот получается, видать, свои какие-то уже начинают действовать моменты. И получается, вроде как родители, ну, забота, боль, а с другой стороны, неудобство, потому что, ну, ни садханы нету, ничего. И вот как правильно построить с ним сейчас отношения, чтобы все-таки он ближе к преданным был? Хотя он, конечно, ну, служит преданным как-то там по мере возможности, когда на махате еще что-то, но вот погружен все равно очень сильно, как подросток, во все это материально. Это очень похожий вопрос на предыдущий. Дети не должны оставаться детьми всю жизнь. Должны жить самостоятельной жизнью. В какой-то момент времени должны жить сами. Используя свой разум. В этом смысл существования. Жить по указке всю жизнь неправильно. Это для воспитания, для формирования личности нужна какая-то указка. Нужно какое-то воспитание, даже какие-то формы насилия добрые. Но в какой-то момент, естественно, человек должен жить, опираясь на свой собственный разум. Мы не можем вмешиваться в эту область. Свободу выбора. Мы сделали все так, ты говоришь, да? Вот период времени у человека, где он самоутверждается. Это мы не сможем изменить. Этот период времени также, естественно. Правильно ли я понимаю? Да, Махарадж, спасибо. Правильно я понимаю, что вот, ну вот поскольку сейчас его проживание вместе с нами, оно вызывает некоторые беспокойства и напряжения, то лучше его как бы отделить уже от семьи. Ну да, это понятно, да. Человек найти свое место какое-то, где ему будет так же хорошо. Ему же тоже не очень хорошо, если он в такой среде не вписывается в эту среду. Тоже я буду себя чувствовать немножко изгоем, неполноценным, да, если он не соответствует каким-то стандартам жизни. Там, и так далее. Поэтому должен занять свое место, где он будет себя чувствовать хорошо, сильным в своей деятельности.
Хари Кришна, спасибо. Хорошо, всем спасибо большое. Шри Прабхупада ки джай. Всего большое счастья.